Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net, страница 60, упражнение номер 4. Реши уравнение 28 плюс x равно 28. В этом уравнении у нас неизвестно второе слагаемое. Чтобы его узнать из суммы 28, вычтем первое слагаемое 28. Это получится 0. x равно 0. Проверим. Вместо x подставим 0. У нас получается 28 плюс 0 равно 28. Если к 28 прибавить 0, получится то же самое число, то есть 28. 28 равно 28. Уравнение решено верно. X минус 74 равно 0. В этом уравнении у нас неизвестно уменьшаемое. Чтобы его узнать, к разности 0 прибавим вычитаемое 74. 0 плюс 74 получится 74. Проверяем. Вместо x подставляем 74. 74 минус 74 равно 0. 0 равно 0. Уравнение решено верно. Y плюс 6 равно 12. В этом уравнении у нас неизвестно первое слагаемое. Чтобы его узнать, мы из суммы 12 вычтем известное слагаемое 6. 12 минус 6 равно 6. Проверяем. 6 плюс 6 равно 12. 12 равно 12. Уравнение решено верно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.